Оперативно-профилактическое мероприятие «Допинг» проведено на территории всей страны. За 5 дней по Казахстану проверено свыше 800 предприятий и организаций, использующих медицинские и специальные препараты и вещества в своей деятельности. Проверки прошли и в Кустанайской области. Один факт по факту нарушения норм лицензирования. 5 фактов нарушения требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств. 4 факта по нарушениям требований фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий. В одном из медицинских учреждений региона в больнице был выявлен факт хранения 89 ампул психотропного вещества реланиум, которые подлежали уничтожению. В других случаях, по данным полиции, были выявлены наркотические вещества – тропикамид, медакс и пригабалин. В это же время на территории Кустаная были обнаружены 2 особо крупные партии наркотиков. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий было изъято 53 свертка обмотанных изоленты. Также было изъято 25 зип-пакетов, содержимое внутри веществом белого цвета синтетического происхождения. Также выявлено 25 полимерных свертков с порошкообразным веществом растительного происхождения. В Рудном у мужчины был найден спрессованный кусок вещества растительного происхождения, предположительно это гашиш. Теперь возбуждено дело о хранении запрещенных веществ в крупном размере. Также полицейские выяснили, что в нескольких аптеках были проданы без рецептов препараты, содержащие психотропные вещества. Алексей Краснов, Наталья Луговская, РТН.